Сегодня в программе. Приезжаю домой, а у меня в квартире в душе моется какая-то краля. И Стас говорит, что это просто дочь его начальника пришла посмотреть нашу квартиру для покупки, заодно и помылась. Анна Царева устала от того, что муж ей постоянно врет. Причем Стас обманывает не только ее, но и их маленькую дочь. Обещает свозить на море, подарить дорогой телефон и ничего не делает. Анна решает подать на развод после того, как застала у себя дома девицу, замотанную в полотенце, которую муж, недолго думая, представил дочерью своего начальника. Он стащил бутылку виски у хозяина, да, побил ему глаз, вот, дорогущее окно там разбил и прыгнул в бассейн, а бассейн без воды был, и переломал себе все ребра. После 22 лет брака Нина Поленова решила развестись с мужем-алкоголиком и поделить имущество. Нина пыталась лечить супруга, но Василий пить так и не бросил и при этом утверждает, что он на пути к исцелению. Но какие неожиданные факты про лечение Василия вскроются в ходе слушания, узнаем в зале суда. Здравствуйте. Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Царевой Анны Михайловны к Цареву Станиславу Юрьевичу о расторжении брака, о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетней дочери в размере 25% от доходов ответчика, а также о разделе совместно нажитого имущества в равных долях трехкомнатной квартиры площадью 82 квадратных метра стоимостью 9 миллионов рублей и автомобиля иностранного производства стоимостью 5 миллионов рублей. Ответчик с исковыми требованиями не согласен. В зарегистрированном браке 10 лет, общая дочь Мария, ей 7 лет. В случае развода по обоюдному согласию сторон дочка остается жить с матерью. Все так, Анна Михайловна? Ну а почему вы расторгаете брак? Ваша честь, я хочу развестись с мужем, потому что я устала от бесконечного вранья мужа моего Стаса. За 10 лет, что мы вместе прожили, вот, пожалуйста, документы, свидетельства о браке. Через приставы передайте оригиналы. Пожалуйста, свидетельство. Вот возьмите сразу. Все документы передавайте. Документы. Оригиналы. За 10 лет брака не было ни дня, чтобы он мне не солгал. Ни слова в правде у человека. Причем он врет не только мне и дочери, и коллегам, и друзьям, незнакомым, знакомым людям. У человека аллергия на правду. Ну, как аллергия на правду? То есть вообще врет всегда? Да, вот скажите, такая натура. Скажите, а вот вы пытались разобраться, ну а зачем он это делает? Ради корысти, ради выгоды. Я понимаю так. Ну какая что... у него выгода, если его вранье сразу всплывает? Выгоды не нет сразу. Уже. Он, его очень любят, он кажется замечательным человеком, обаятельным, душой компании. Но правда в том, что он врет буквально всем и на каждом шагу. И, честно говоря, это не самое главное, что врет там кому-то. Он лжет мне и нашей дочери маленькой. Ну, например, о зарплате. За 10 лет брака он сменил 10 работ, я не знала. В 3 раза больше у него зарплата на самом деле, чем он мне называл сумму. А зачем мне знать, какая зарплата? Он меня и дочь буквально в черном теле держит. Он заставил дочку забрать из платной школы, в обычную перевести. Потом, вот может быть, я так рассказываю подробно, это кажется мелочи, но из этих мелочей, из этого вранья 10 лет складывалась наша жизнь, складывается до этого момента. Ни одного обещания он не исполнил. Не свозить дочку на море. Ничего. Он обещал сам ей на день рождения подарить дорогой смартфон. И что вы думаете? Кстати, взамен на хорошее поведение. Она прибираться научилась, помогать стала мыть посуду, старалась, вела себя примерно прилежно. И что вы думаете? В день рождения муж отдает дочери вместо дорогого смартфона свой телефон, которому уже 10 лет старый, со словами «Он лучше, он тебе удачу принесет», ну и вот это вранье какое-то. Но это разочарование ребенка, во-первых, это страшная травма, наверное, для девочки. Конечно, психологическая травма у дочери. Как она будет доверять людям, если она не может доверять своему отцу? Ну, да. Поэтому я хочу с ним развестись. Станислав Юрьевич, ну, вы понимаете, какая ответственность на вас лежит, и вы обманываете ожидания дочери. На самом деле, я... Вот эти все недомолвки были, ну, как бы во благо. Я не хотел просто рабочий момент... Подождите, вы недомолвки называете обманом.
Ваша жена говорит, что вы всех вводите в заблуждение. Потом ваш обман вскрывается, доверия к вам нет. А вы говорите, ну это недомолвки, недомолвки. Это не совсем вот то, как может показаться. Потому что, ну если брать работу, я не хочу смешивать работу с семьей. Зачем вот это вот... Хорошо, все... поясните, пожалуйста, пусть вы считаете, что вы что-то умалчивали. Угу. Вот, ну поясните свое поведение. Зарплата, как бы, да, там, ну, не говорил, согласен. Да, расскажи, что-то. Куда ты деньги, на кого ты деньги тратишь? Я откладывал. На кого? Откладывал на Машу, на будущее, на наше с вами будущее. О, ваша честь, он все врет. Деньги он не на нас с Машей откладывает, а на бабу свою тратит. Да Царев, я больше бабу? Дуру из себя делать не позволю, ну хватит уже. Ну ты все об одном и том же. Скажите, пожалуйста, вы о семье заботитесь? Отдыхать вы семью возите на море? Ваша честь, у меня не получилось с отдыхом, у меня работа очень сложная, я постоянно в работе. То есть ваша семья действительно в черном теле. А ребенку почему подарили смартфон старый, когда ребенок старался, учился, хорошо себя вел, чтобы получить новый смартфон? Я просто узнал, понимаете, что все эти новые смартфоны, они опасные. Там были случаи, что они вообще просто взрывались. Я испугался просто за дочь. И думаю, хотя бы, ну, старый телефон, но зато как бы в безопасности. Угу. Я думаю, никто не хочет. А ваша супруга говорит, что у вас еще женщина есть какая-то на стороне. Вы на нее деньги тратите? Нет, ну это, конечно же, просто выдумка. Ань, ну мы это много обсуждали. Это... Ваша честь. Дело в том, что это было буквально недавно, 3 месяца назад. Я была на даче с дочерью у матери своей, вернулась на день раньше. Приезжаю домой, а у меня в квартире в душе моется какая-то краля. И Стас говорит, что это просто дочь его начальника пришла посмотреть нашу квартиру для покупки, заодно и помылась. Ну вы понимаете, какую ахинею несет? А в чем не помыться-то? Девушки в вашей ну, квартире. Ну это же притянуто за уши. Да? Ну понятно. Ну дурой да. надо быть, чтобы да не было... понять обмана. Ну... Станислав Юрьевич, скажите, да. пожалуйста, да. как вы объясните сейчас суду наличие девушки у вас в душе? Так все очень которая просто. Которая мылась там еще. Да, очень просто. Честь. Я об этом и говорю. Все прозрачно. Все очень просто. Это Рита, дочка моего начальника. Я же уже говорил. У человека в дом отключили горячую воду. Человек пришел помылся. Что в этом такого? Ничего больше не было. А начальник всей семьей к вам посуду мыть, стираться, дочерей своих, жен, тещу вам в душ не поставил помыть? Нет, конечно. Почему она где-то в другом месте не могла помыться? Почему у вас, почему у нее нет подруг, у которых она может помыться, родственников, в конце концов? Ваша честь, там очень сложная ситуация, я сейчас расскажу. Просто дело в том, что она вот только-только приехала в Москву, и жена Василия Ивановича, она очень... Ну, она не, против дочери. Он не любит ее. Я так понимаю, у них там какие-то семейные проблемы. Ну, я в это не ввязывался, Василий Иванович. Это не общая их дочь. Я подозреваю, что да. Это его дочь от первого брака, а у него другая сейчас жена. И она настолько против девочки, девушки, что она даже не пускает ее на порог. Да, как бы я тоже так понял, я старался не лезть как бы в чужие разборки, это их личное дело. Просто Василий Иванович попросил, чтобы я за ней присмотрел, чтобы Ирина Сергеевна не узнала. Он дал мне денег, попросил, чтобы я ей там помог с жильем, помог найти, обустроиться в Москве, чтобы репетиторов нанял для поступления. Вот. Возможно, там вопрос стоял, что мне квартиру хочет купить. Ну, когда у нее случилась эта проблема, я думаю, ну пусть придет, заодно квартиру посмотрит. Как бы, а зачем ей смотреть вашу-то квартиру? Ну, мы с Аней хотели за город переехать. Что? Какой за город? Вы я хотели продать квартиру и купить дом за городом, да? Мы да, никогда да, этого не обсуждали. Я вот первый раз сейчас об этом слышу. Хорошо, ладно, неважно сейчас уже. Царев, так продай этой Рите нашу квартиру, отдай мне мою долю. И все, и до свидания. Ну, я уже говорил с Василием Ивановичем. Он сказал, что он сейчас не готов на это пойти. Конечно, он не готов, да потому что она не его дочь, а твоя любовница. Да ну хватит уже про любовницу, Аня. Ну не изменял я тебе, ну когда ты уже поймешь? Ну подождите, ну вы вот возражаете против расторжения брака. Ну ведь как-то вы можете жену переубедить? Ваша честь, я уже, честно, опускаю руки, я уже пытался всеми способами. Я просто прошу вас, пригласите, пожалуйста, моего начальника, Колобкова Василия Ивановича. Просто пусть он сам... Это вот чья вот эта дочь? Да. Ну хорошо, давайте выслушаем Колобкова Василия Ивановича. Может быть, он внесет ясность. Вы свидетель Колобков? Да. Пройдем со мной. Ань, ну просто признай, Стас, что ты можешь ошибаться. Стас, это все бесполезно. Вот с тобой бесполезно как раз, я вижу.
Здравствуйте, Василий Иванович. Здравствуйте. Вот ваш друг пригласил вас сейчас в зал суда для того, чтобы вы поведали суду. Как я понимаю, у вас есть взрослая дочь, которую вы хотели устроить каким-то образом в квартиру. И попросили своего друга, чтобы дочь посмотрела эту квартиру. Да, Ваша честь, совершенно верно. У меня есть взрослая дочь, 19 лет, Маргарита. Так получилось, что она внезапно приехала в Москву. И я попросил своего зама, действительно, Стаса, заняться делами моей дочери, снять ей квартиру, найти репетиторов. И потом возникла действительно эта нелепая ситуация. Один из вариантов был, что я куплю у ребят квартиру для своей дочери Рики. И она вот... ее поехала смотреть. Да, совершенно верно. И Стас показывал эту квартиру моей дочери. Ну и так сложилось по классике, что как раз вернулась Аня и застала ее дома. Так что, Анечка... Ну, она ее не в квартире застала при осмотре, простите, коммуникации и окон. Она ее застала в душе. Ну... Ваша дочь решила при просмотре квартиры заодно там и помыться. Ну, согласитесь, это очень странное поведение. Этих подробностей, к сожалению, не знаю. Ну, вот такая подробность, из-за этого семья теперь разваливается, из-за таких подробностей. Либо ваша дочь так хотела помыться, так испачкалась, либо действительно права истица, что стоит Станиславу Юрьевичу в чем-то подозревать. Стас, Василий Иванович, ну не выгораживайте вы его. Он этого не достоин просто, этот лгун. Ну, вы знаете, я о вас беспокоюсь. Ребята, вы, у вас такая красивая пара. У вас дочь растет, вы молодые. Стас, в принципе, он хороший сотрудник, всегда коллегам идет на помощь, хороший друг, душа компании. Ребята, я думаю, что как-то вы можете это все уладить полюбовно. Давайте пригласим вот жену Василия Ивановича Колобкову, Ирину Сергеевну. Она подтвердит мои слова. А то меня уже представляет какой-то сумасшедший. Это я, может, выдумываю это все? Хорошо, давайте, что сейчас подтвердит нам Колобкова Ирина Сергеевна? Аня, ну Иру-то ты зачем сюда пригласила в суд? Ты в суд осмелились прийти. Ирина Колобкова, вы пройдемте. Мы ждем Ирину Сергеевну, она подтвердит мои слова. У нас была беседа с ней. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Здравствуйте. Вы приглашены по ходатайству истца. Здесь ваш супруг присутствует. Суд просит вас подтвердить или опровергнуть. И есть ли у вас какие-то факты, подтверждающие супружескую измену со стороны ответчика? А вы знаете, дело в чем? Я эту пару знаю немного. Поэтому я как бы не могу сказать, но я знаю точно, что Стас Анне изменяет. Мне сказал Вася. Ира, когда я тебе это говорил? Что ты выдумываешь? Ну, Вася, вспомни, ты мне сам рассказывал, ничего, что Анна вернулась домой раньше, а у них в ванной моется какая-то дама с титьками. А еще Стас умудрился сказать, что это дочь Васина. Понимаете? А как вы узнали об этой истории? Ой, а у Василия был юбилей, день рождения. Ну и ко мне подходит Анечка и заявляет, что, значит, устроили ли мы нашу дочь, нашли ли ей квартиру. Я чуть со стула не упала, у нас детей вообще нет. Я, честно сказать, подумала, что, в общем, они там все с ума сошли. А потом-то выяснилось, что, значит, Стас, он врет. И зачем-то втянул в эту историю Васю, чтобы Вася его выгораживал. Вот, и так это все как-то провернул. Ну, зачем вот это вот делать, я не знаю. Тем более, Вася у меня на руководящем посту. Зачем вот его вот это вот все? Я вот это не понимаю. Ну, это нечестно, по меньшей мере. Вот, ну, вот эта история имела место быть, собственно. Ну, понятно. Ира, дело в том, зачем что... вы свидетель? Даете вот такие показания, которые легко проверяются и опровергаются вашей же супругой. Ну зачем вот эта мужская солидарность? Ну если был факт супружеской измены, найдите в себе мужество. Что вы выгораживаете своего сотрудника? Я за правду. Ну его жена же тоже не настолько глупа, если бы вы были за правду. Ира, дело в том, что в этой ситуации Стас не врал. Это действительно моя дочь. Так получилось, что она возникла внезапно. Я об этом не знал долгие годы.
внезапно выяснилось, что у меня взрослая дочь. Я попросил Стаса, я не хотел встречаться и вообще влезать в эту историю. Стаса заняться ее делами, быстро все уладить, чтобы он снял квартиру. Я не поняла, про твою дочь знали все, кроме меня, что ли? Нет, что ты, Ира, что ты? Только я и Стас. Ну, Стасу я как-то там в сауне мы гуляли по пьяни, ему рассказал эту историю, доверился. И через какое-то... Хорошенькое место вы выбрали, чтобы своей жене рассказать о том, что у вас ну, выпили, дочь. Разоткровенничались. Вот рассказал, а... Рита, возьми и заявись там буквально спустя месяц. Рита, это ваша дочь? Это моя дочь. И не нашла чего лучшего, как заявиться прямо ко мне в офис. Хорошо, меня не было, но Стас был, он быстро как-то ее перехватил, пока она всем коллегам не разболтала, кто она вообще и зачем приехала. Звонит мне Стас. Что сделать, Василий Иванович? Я говорю, скорее ее бери. Я тебе перешлю деньги, сними ей квартиру, найди репетиторов, и потом мы решим, как делать. Так что... А вы сразу прям поверили, что это ваша дочь приходит с улицы. Колобков, а девушка, сколько ей лет вообще? Мне очень понятно, да. Приходит девушка с улицы и говорит, здравствуйте, я ваша дочь, мне 19 лет, снимите мне квартиру. Нет, Ваша честь, я сам узнал об этом случайно. Мне написала одна давняя знакомая, что у меня есть дочь, и что она приезжает в Москву, и попросила помочь устроиться ей. А знакомая, это ее мать? Это ее мать. Значит, у вас с какой-то женщиной были отношения давно. Это не отношения. Ну, какие отношения? Это мы встречались с ней пару раз. Это было очень давно, 19 лет. Пару раз. Ирочка, я тебя никогда не изменял. Ну... То есть 19 лет? Ты в своем уме? Ирочка, мы уже были вместе. Я не хотел это тебе позор, все это рассказывать. Вася. Ирочка. Да хорошо, что папа не дожил. У меня отец переписал на него всю фирму. Вася, я с тобой разведусь. Я Ирочка, у тебя все отсужу. Ирочка, я тебя люблю. О чем ты говоришь Ой. Вообще? Мне эта дочка вообще фиолетово. Я не собирался с ней встречаться, не улаживать ее дела. Ну, если такая ситуация, ну, купил бы там какую-нибудь квартирку-студию, и все, и забыли эту на историю. На деньги что-то. Папины студию? Комнату в сарае? Ну, и комнату, сам туда хорошо, же поедешь нет, ты. Нет, Ирочка, я тебя прошу. Хорошо, давайте так. Я не очень хотела этого делать, но давайте, Ваша честь, пригласим саму вот Риту, эту барышню Маргариту. Риту, Ань, я нашла ее номер телефона у тебя в контактах, и она ты любезным образом делаешь, согласилась прийти и рассказать Ань? Правду всю. Так. Спала она с моим мужем или нет? Хорошо, истец разыскала свидетеля. Это Приходько Маргарита Анатольевна. Она вызвана в суд. Сейчас мы услышим ее показания. Это вообще нормально. А, Маргарита Приходько, вы? Да. Пройдемте а со мной. Ты заволновался, она же придет и правду все расскажет. Слушай, Колобков, ты подлец. Угу. Здравствуйте, Маргарита Анатольевна. А кто эта девушка? Подожди, сейчас все разберемся. Маргарита Анатольевна, да? Верно. Скажите, пожалуйста, в каких отношениях вы с ответчиком, присутствующим здесь в зале, кем приходится вот мужчина, который стоит рядом с ним? Это не моя дочь. Поясните. Василий, извините, Ваша честь, Василий Иванович, именно эту барышню я застала у нас в квартире. Это она мылась у нас в душе. И про нее Стас сказал, что она... вот ваша дочь. Васенька, нет, ты дочь-то видел после того, как она приехала? Ты с ней встречался? Нет, она помылась и поменялась в лице сильно после этого. Ваша честь. Ну, честно говоря, дочь свою видел только на фотографии, которые мне прислали по электронной почте. Но в любом случае, эта барышня явно старше и типаж другой совсем. Поэтому это не моя дочь. Ну как же, а о ком речь-то тогда? А вот это вопрос... В чем дело? Так давайте разбираться. Давайте. Ваша честь, вы знаете, мы со Стасом любовники уже довольно длительное время. Сергей Сафирович, что-то вы морщитесь так. Подождите, терпите, продолжайте. Мы находимся в отношениях уже довольно давно, и Стас мне уже давно обещает развестись с Аней. Поэтому Аня привела меня сюда, чтобы я подтвердила, что мы спим с ним. Стас? Вася, ты с дочерью вообще встречался после того, как она приехала? Я, честно говоря, сразу поручил Стасу заниматься этим вопросом, давал деньги на репетиторов, на то, чтобы снять квартиру, на такси. Стас мне постоянно говорил, что денег не хватает. Так я, ну, по 100 тысяч, в общем-то, давал каждый месяц. По 100 тысяч? Стас, ты мне максимум 5 тысяч в месяц давал. Помолчи, ты снял мне коммуналку какую-то, да. Ты чего? Это помолчи, я вообще не понимаю, зачем ты сюда приперлась? Василий так, Иванович, интересная вещь. Василий Иванович, простите, пожалуйста, вы, когда эта история с дочкой пошла, вы мне деньги предложили, как бы, я же не хотел у вас их просить.
Ну, так получилось, что я потом вам уже не смог сказать. В смысле? Я уже не смог сказать, что нет никакой дочки. Ну, правда, простите, я вам все верну. Стас, что ты юлишь? Ты просто пытаешься меня развести как лоха. Я давал тебе деньги, которые шли непонятно куда. Ты просил все больше и больше. Ты даже стал убеждать меня дать деньги на машину дочери. И я фактически уже собрал, готов был отдать. Позвольте, Станислав Юрьевич, то есть вы узнали, что у вашего начальника есть дочь, с которой он боится встречаться, потому что не хочет портить отношения со своей женой. Вы использовали эту ситуацию, сказали, что эта дочь приехала. Начальник от нее хотел избавиться, отделаться, перепоручил ее вам. Вы вводили его в заблуждение, пользуясь доверием, получали от него деньги на обучение, на такси, на жилье для этой дочери, якобы. А на самом деле занимались мошенничеством. Василий Иванович, мне очень нужны были деньги. Вот оно, ну, само собой, как-то все так получилось. Ты обманул, ну, меня, ты обманываешь свою жену, ты обманываешь суд, ты обманываешь все здесь и вводишь в заблуждение. Я вам честно говорю, я готов все вернуть, Василий Иванович. Значит так, с сегодняшнего дня ты считай себя безработным. А алименты ты с чего будешь ребенку выплачивать? И более того, ни одна уважаемая компания тебя больше не возьмет на работу. Я так сделаю. Ирочка, прости, что я тебя ввязал в эту всю историю. Я не хотел тебе вообще ничего говорить, поэтому я все это скрывал. Колобков, ты прости трус! Прости меня. И я считаю, что ты трус такой, который испугался, чтобы не разобраться в истории, перепоручил непонятно что, непонятно кому, тебя разводили. Ирочка, и все это скрывал от меня. Я тебе что, враг узнала в конце концов? Так, я господа, давайте так. Значит, Ирина Сергеевна, по-моему, вы сейчас еще в хорошем положении, пока не выяснилось, что никакой дочери нет, и ваш муж, слава богу, вам верен. Поэтому разберете свои отношения дома. Мы здесь может разбираем быть, другие дочери отношения. Знаете что, скажите, я хочу пожалуйста сказать просто последнее. Еще раз, Ирочка, я что-то не буду знать. Все, я тебя вы не дома прощу, поставите тебя своему хорошо, супругу хорошо условия. Сейчас бракоразводный процесс не ваш. У меня вопрос, Анна Михайловна, как я понимаю, для вас в этом процессе никаких новых обстоятельств не открылось. Поэтому у суда к вам вопрос. Настаиваете ли вы на своих исковых требованиях? Я продолжаю, Ваша честь, настаивать на своих исковых требованиях. Правильно. И у меня нет сил больше терпеть эту ложь. Я прошу, пожалуйста, разведите нас и дайте мне половину имущества, половину машины, как я попросила. И, пожалуйста, назначьте выплату алиментов для нашей дочери несовершеннолетней. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Он стащил бутылку виски у хозяина, да, подбил стоял, ему глаз, не нужно было, вот, дорогущее окно там разбил и прыгнул в бассейн, а бассейн без воды был, и переломал себе все ребра. После 22 лет брака Нина Поленова решила развестись с мужем-алкоголиком и поделить имущество. Нина пыталась лечить супруга, но Василий пить так и не бросил и при этом утверждает, что он на пути к исцелению. Но какие неожиданные факты про лечение Василия вскроются в ходе слушания, узнаем в зале суда. Оглашается решение суда. Суд вынес решение иск удовлетворить, брак между супругами расторгнуть, произвести раздел супружеского имущества, признать за каждым из супругов право собственности на 1/2 доли квартиры, передать в собственность супруга автомобиль стоимостью 5 миллионов рублей, взыскать с супруга в пользу супруги денежную компенсацию в размере 2 миллионов 500 тысяч рублей за супружескую долю в автомобиле, взыскать с отца ребенка в пользу матери ребенка на содержание несовершеннолетней дочери алименты в размере 1/4 заработка и иного дохода отца ежемесячно до совершеннолетия дочери. Решение суда вам понятно? Судебное заседание объявляется закрытым.
Здравствуйте. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Поленовой Нины Юрьевны к Поленову Василию Петровичу о расторжении брака и о разделе совместно нажитого имущества, денежных средств, 70 тысяч рублей, сельскохозяйственного трактора стоимостью 320 тысяч рублей, а также домашних животных и птицы общей стоимостью 150 тысяч рублей в равных долях. Ответчик Поленов Василий Петрович с исковыми требованиями не согласен. Зарегистрировано в браке 22 года. Общие совершеннолетние дети Поленова Марина, ей 22 года, и Поленов Юрий, ему 19. Нина Юрьевна, причина развода какая? Да, ваша честь. Ну, потому что Василий пьет. Работать он не хочет. Денег он домой не приносит, ну и вообще он полным импотентом стал. Чего? Но я не просто хочу развестись, я имущество хочу все поделить. Вот. Ну, дом, в котором мы после свадьбы жили, слава богу, он мне принадлежит, он добрачный еще. Забирайте свой дом. Господи, моей маме принадлежал. А вот дом. У Василия, у него в соседней деревне родители живут, там дом хороший. Ну и вот после развода пускай муж туда и возвращается. Наверное, а все остальное, как бы, можно поделить, но нужно, потому что мы вместе нажили, все поровну. Вот. Ну вот у нас накоплено 70 тысяч денег. Вот, живности у нас, кроликов 32 головы, индоуток 25 голов, вот, свиноматки домашние 9 голов. Вот, ну, общие, как бы, 150 тысяч получается, вот, живности. Угу. Вот, ну, еще мы с Василием трактор купили, сельскохозяйственный, Яркий. Хороший. Да, он по нынешним-то деньгам 320 тысяч стоит. Ну, вот, и поделить это надо. А трактор как вы собираетесь делить? Ну, трактор пускай мне муж отдаст, а Чего? Я ему живность все отдам и сейчас, половину правда. Денег. То есть вот. Вы как-то... А вы хотите трактор забрать, да? Ну, хорошо, давайте с имуществом чуть попозже. Расскажите, пожалуйста, как ваши отношения складывались, чтобы было понятно, как вы жили? Ваша честь, я вот про трактор хочу сказать. На самом деле она захапать все себе хочет, да? И получается и индоуток, и там и курей, еще и трактор, может быть, да, захотел? Ну уж нет. Вообще я вот, честно говоря, разводиться-то и не хочу, ваша честь. И делить ничего не хочу. Но раз уж на то пошло, трактор этот я сам лично в кредит брал. И сам его выплатил в одно рыло. Уж простите это за выражение. Но она мне ни копейки не дала на этот трактор. А сейчас уже, видите, и трактор у нее. И давайте вот просто вот, если на самом деле, по-честному, пусть забирает себе вот свиней, там, я не знаю, курей, индоуток пусть возьмет по этому, да, по своему хозяйству. Деньги пусть пополам нам будут, а трактор мне, он мне нужнее. Ну, да пробьешь ты этот трактор, ну, Василий, ну, о чем речь-то? Да это уж мои проблемы. Мне жалко, он даже вот живность ему отдай, он тоже пропьет это все, продаст и пропьет. Да вообще, это уже мои проблемы. Честь, я считаю, что имущество вообще лучше бы оставить мне, оно у меня просто сохранение будет. Вот наглое, а когда Василий перестанет пить, ну, пускай свою половину забирает. Нина Юрьевна, ну, подождите, вы с имуществом, ну, подождите, сейчас разберемся. Сначала расскажите, как вы жили, вы 22 года не одним же трактором жили? Нет, мы хорошо жили-то, у нас двое детей, мы подняли двоих детей, даже в город их на обучение отправили. Вот. Ну, я фермером работала, вот, а муж, он на тракторе, тракторист-механик. Вот. Я говорю, даже трактор-то купили, чтобы просто подработка была, потому я что купил. Кому-то груз там отвезти, да, кому-то вспахать землю. Вот. Неплохо мы жили-то. Ну, жили хорошо, а проблемы когда с алкоголем возникли? Почему? Да вы знаете, ну, Василий, он вообще всегда выпить любил. Ну, просто вот последний год он прям как с цепи ну, сорвался. А кто в деревне-то не его, пьет? Его ж прав лишили на полтора года. Вот, он, ну, опять все по этой выпивке. Поехал в соседний магазин на тракторе с пьяну за добавкой, не посмотрел, что плуг прицеплен, и раскопал нам, пашню сделал из дороги. Ну, конечно, без прав-то, как он тракторист. Это он так ехал, за ним там дорога да, плуга, да, да, плуг за ним пахалась. Пахал, да я на утро дорогу-то заделал. Там пашня прям была. Всю, ну, сам лично. Но уже все да успели тебя. Заметить. Стыдно да, уже прям. Кто-то позвонил. Полиция успели заметить, и вас лишили прав. Ну, конечно. И вы без заметишь? Прав остались, и работу потеряли. Да? Да, да, потеряли. Нет, ну я ему сказала, раз ну, работать он не может, понятно, потому что права отняли. Я говорю, найди себе какой-нибудь шабаш. У нас рядом коттеджный есть поселок, но он
устроился туда. Да там можно так прекрасно подрабатывать. Да-да-да. Там богатый дом, он туда устроился, все, я обрадовалась. Вот, в итоге что? Он стащил бутылку виски у хозяина, побил ему глаз. Там не нужна была. Вот, дорогущее окно там разбил и прыгнул в бассейн, а бассейн без воды был. И переломал себе все ребра. А я потом 15 тысяч это вот за окно платила и таскалась к нему в больничку. Ну я 16 лет пахаю. Имею я право в конце концов хоть немного отдохнуть или нет? Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Это мы классику вспомнили. Я хорошо. Скажите, пожалуйста, как дети ваши отнеслись к решению расстаться с отцом? Да знаете, ну детям на самом деле все равно, потому что Юрка, ну он отрезанный ломоть вообще, он в армии сейчас. А Маринка, она беременная сейчас. Ну она в городе живет, у нее другие заботы. Ну на самом деле у меня не было близости с ней никогда. Она вообще меня считает тупая, деревня. Налаживать недавно надо отношения говорит, с детьми. Говорит, ты интернет не знаешь, вообще, в общем, дура. Вот так вот с мамой разговаривает. Ну вот и получается, что я вроде не одна, а одинокая. На самом деле, вот она должна была меня поддержать в трудной ситуации, а не развод тут устраивать. Вот дело прошло, Ваша честь, 3 года назад. Ей операцию сделали, грыжу вырезали. Она полгода потом не работала. Так я же претензий не предъявлял, на работу ее не выгонял, разводиться с ней не шел. Ну, сравнил тоже. Все как положено, тоже. Делал, я ж не пила. За двоих работал, деньги приносил. Ни в чем ей не отказывал. А у него состояние алкогольного опьянения приравнивается к последствиям хирургического вмешательства в брюшную полость. Ну, вот, так, ну, это, конечно, так же тяжело, так же под наркозом. Ваша честь, вот правду говорю, ни в чем не отказывал. Помнишь, ты шубу захотела? Ну и что? Не вопрос, говорю, собрался, поехал в город, купил ей шубу из козлика. Ну, знаете, купил. За сколько? За 30 тысяч рублей. Было такое? Ну, было. Было такое, я тебя спрашиваю? Было. Было. Только хорошее почему-то вот как-то легко забывается. А помнишь, ты на море захотела? Врачи говорят, ну, после операции надо да, там... Да, мне по здоровью спину, нужно было. Да дай сказать, спину, чтобы там восстановить, там, в морской воде поплавать. Нашел деньги, залез в долги, но жену на море отвез. 2 недели там плавал в этой воде морской. Забыла? Было такое. Было, да. Да все у нас хорошо было, Ваша честь. Вот и детей мы двоих подняли, вы отправили в город учиться. Да полдеревни нам завидовала. Просто сейчас у нас с этой вот Натальей связалась, подруга новая нашлась. Это она ей, понимаете, мозги запудрила, голову задурила, что там принца на белом коне найдет. Вот она и приперлась в суд. А так потерпеть бы, ну, кризис сейчас у нас, ну, наладится да все. Ничего она мне не задурила. Что, ты послушала все? Ее эту психолог? Она мне все правильно сказала. Какой-то. Наоборот, она меня наставила на путь истины, какой чтобы избавиться от этой тяжелой семейной жизни. Одни я разговоры, вообще себя бла-бла-бла. Новой женщиной почувствовала, что я сброшу эти ненужные старые отношения. Вот, и вообще, ваша кому честь, ненужные? Можно пригласить Лыкову Наталью Ивановну? Она вот, ну, все подробно расскажет, почему я не могу жить с Василием. Со стороны истца поступило ходатайство о вызове Лыковой Натальи Ивановны. Принцев на белом коне. Прям по Наталья Лыкова, вы да. Пройдем со мной. Я просто откуда навязал? Все деньги, главное, берет, понимаете, еще ничем не помогает. Здравствуйте. Вот вы она. Лыкова Наталья Ивановна, да? Она. Да, ваша честь. Наталья Ивановна, как я понимаю, вы выступаете против сохранения брака, считаете, что Нине Юрьевне надо освобождаться из этих отношений, они для нее в тягость. Я женский психолог. И как специалист я хочу сказать, что этот союз распался уже давным-давно. Я в свое время даже тренинги в городе проводила на соответствующую тему. Да и сейчас даю мастер-классы онлайн. И вот как раз мои темы, самые вот популярные, востребованные, это как оживить былые чувства, сохранить отношения, спасти семью, техники якорения, техники подстройки к мужчине. Ну, они стоят, конечно, довольно дороговато, но... Техники якорения, прям ну, даже да, так звучит. Ну да, ну вот с Ниночкой, конечно, я бесплатно работала, просто вот она мне прям в душу запала. Давала ей цельные советы. Ну так, судя по всему, ваши советы ей не помогли, что-то никто не советчица, заякорился конечно. Пока, и муж даже пить не бросил. К сожалению, да, техники не дали должного результата, но Ниночка выполняла все, что положено жене, чтобы поддержать супруга в этом недуге, но, к сожалению... Он как продолжал опускаться на это свое алкогольное дно и ее тянуть за собой. Но нам-то с Ниной это совершенно ни к чему. У Нины есть будущее, ей нужен совершенно другой мужчина.
Мы спокойно перешагиваем через все прошлое и идем вперед. Я вам в вашей новой жизни, в счастье личном, я вам помогу. Да что ты там помогла? Вот она помогла. Вот только одни разговоры, бла-бла-бла. Чем ты помогла? У нее, кстати, есть этот сожитель, Николай. Вот он действительно мне помог. Она вот вообще-то нам сама его посоветовала. И он, Нинка, не целитель, он биоэнерготерапевт. Ой. Биоэнерготерапевт. Вот он мне так помог, что я вот чувствую, что вот действительно скоро пить брошу. Вот чувствую уже, да? Поэтому не надо нас разводить. Давайте вот его лучше послушаем, он подтвердит. Ну вот, вот Самсонова Николая Сергеевича, сожитель, да? Ее, да. С удовольствием сейчас выслушаем биоэнерготерапевта. И вот это вот бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот Николай Самсонов, вы пройдем со мной. С ним идет, понимаете, контакт. Какую-то ауру там, вот он мне делает там. Дырки вот эти вот латают. Сейчас вот, нам залатает. Здравствуйте, Николай Сергеевич. Вы, как я понимаю, как вас представил ответчик. По ходатайству ответчика. Все верно, ваша честь. Биоэнерготерапевт. Да, да. Дырки, говорит, энергетические латает. Латаете? Дырки. Латаю. Я хочу сказать... Как, скажите, вы считаете, вот семью эту сохранить можно? Ваша честь... Я заявляю с уверенностью, что эту прекрасную семью сохранить возможно. Да, как уже вы сказали, я биоэнерготерапевт, и такие вещи я чувствую очень ясно. Василий уже вот-вот бросит пить. Ну, само собой, с моей помощью. А вы знаете, я уже многих людей я избавил от различных пагубных зависимостей. Это, если так сказать, моя специальность. Понимаете, и с Василием... Мы уже успели провести несколько сеансов. Да, входили туда и беседы. В этих беседах я также применял методы психотерапевтические методики, да, и где на основе внушения я делал Василию установку установки. На вот здоровый образ жизни. И после этой установки вот чувствую, да. Что вот... Василий, не будем торопить события, но у Василия наметился прогресс. Также мы восстанавливали организм Василия, который был отравлен алкоголем. Вот, тоже в этом деле намечается прогресс, кстати, вот, Нина Юрьевна. И что хочу сказать. В дальнейшем у нас закрепление результатов и далее полное излечение Василия, которое скажется в полнейшем, так сказать, категорическом отказе от спиртного. И я хочу с уверенностью заявить, ваша честь, заявляю, что Нина Юрьевна чересчур торопится... Со своим разводом. Видишь? Потому что Василий упорно борется со своей пагубной страстью и намерен победить ее в ближайшее время. Так, Нина Юрьевна, скажите, пожалуйста, зачем же разрушать семью? Это общие слова сейчас. А вы вот объясните, в чем именно заключается принцип работы с алкоголизмом Василия Петровича? А, ну это мы же вот проводим же. Подождите, ну, вот Василий. Это не объяснение, а я хочу... Я вас понял, ваша честь, Василий. В общем, это непросто, но я постараюсь объяснить. Это непросто, часы работы. Если взять в общих чертах, то я с Василием в основном использовал метод энергетической подпитки. То есть я брал и свою позитивную энергию направлял Василия. Ко мне направлял. Подзаряжал его, что-то типа батарейки, понимаете? Василий заряжался моей энергией, вследствие чего... У него очищалась аура, что влияло положительно на его душевное состояние. Да. И вследствие чего это положительно сказывается уже на его физическом здоровье. Вы понимаете, все связано. У нас как бы вертикаль такая существует. Прилив сил чувствуется. Прилив сил. Вот, также я устранял его энергетические дыры, которые в биополе у Василия существуют. Дыры, это, кстати, вот ты мне сделала. Вот. Их великое как множество. Это аура, вот, есть также, аура? Также, да, я вот залатывал дыры, потому что через дыры уходит энергия положительная. Нам это допускать нельзя, потому что именно в положительной энергии есть наша, так сказать, жизненная сила. Ее никак нельзя утечку допустить, как вы понимаете, и эти дыры нужно устранять. И, как я уже говорил, старая добрая психотерапия. И как вы эти дыры, как вы их? Мы устраняем. Но здесь уже тонкие материи, понимаете? Здесь это уже нужна взаимосвязь именно непосредственно с больным, с которым часы вы... Часы работы. Часы... Все правильно, Василий. Видите, Василий, кстати, очень хороший пациент, очень способный пациент. Ну, вы нам так в общих чертах. Вот. Ну и в общих чертах я также давал установки Василию на отвращение... к спиртному, к алкоголю. Опять же, у Василия намечается хороший прогресс в этом направлении. И я, Нина Юрьевна, я вас заверяю, в ближайшее время мы придем к тому, что Василий будет смотреть на рюмку спиртного, там, водки, и чувствовать колоссальное отвращение. Он даже не сможет к ней прикоснуться. Это правда. Такие результаты я вам обещаю. Николай, ничего не хочу сказать плохого, но подруги ваши, я верю. А вам, извините, нет. Я не доверяю.
Ваша честь, что вы хотите? Пожалуйста, можно пригласить свидетеля Бориса Селиванова? Это вот сосед наш, там как раз вот Николай и Наталья, вот они живут в его доме. Он просто скажет, что Василий никогда не бросит пить. В общем, что нам надо развести. Хорошо, если ваш сосед является тоже свидетелем лечения, об эффективности лечения, может что-то нам сообщит. Селиванов Борис Антонович приглашается в зал. Борис Селиванов, вы пройдем со мной. Вы должны верить мужу и не пускать руки. Вот что я вам хочу сказать. Борис Антонович, здравствуйте. Попрошу тишину в зале. Ну, что Боря? Боря пришел, потому что Борю позвали. 15 лет, Борис. Борис Антонович, скажите, пожалуйста, что вам известно о том, как сейчас складываются отношения у этих супругов? Можно ли сохранить этот брак? Можно. Вы же все-таки как сосед давно, наверное, их жизнь наблюдаете. Дело в том, что я давно знаю. Ну, давайте начнем. Вот Наталья, Николай, я знаю тоже довольно-таки давно. У меня несколько лет назад была проблема со здоровьем. Довольно-таки нехорошая болячка у меня была. И вы знаете, они как хорошие специалисты, они меня вылечили. Вот. Без эксцессов, без каких-либо последствий. Николай же вылечил тебя. Ну и меня вылечит. Да, Николай, хорошо, не перебивайся. Меня вылечит. С Ниной, с Василием я тоже знаком давно, мы соседи с ним. Ну, самые ближайшие соседи, часто в гости захожу к ним. А, к чему я это все веду? А, недавно звонят мне, Наташа звонит и говорит, можешь сдать комнату? Я, в принципе, да не вопрос, дом у меня большой, люди вы хорошие, пожалуйста, приезжайте. Они сами городские, мы же живем в деревне-то. Пожалуйста, на свежий воздух приезжайте, не вопрос. Почему бы не сдать? Ну и по-соседски зашел я к Василию. Василия дома не было, Нина была. Вот разговорился с ней, она меня про жильцов спросила. Я рассказал, что у нас было. И получается, как вот в ходе беседы, я вроде как бы Николаю посоветовал с Натальей. Правильно. То есть посоветовал посоветовать, а вот как-то нехорошо получается. Почему? Совершенно. Это почему нехорошо? Ну, пить вы продолжаете. Кто? Дальше. Что значит пить продолжаете? Николай, ты что-то Боря, ты совсем вот так говоришь. Наталья, я полностью уверен. Наталья? Да, вот в ней я полностью уверен. А Николай тебе вылечил, Николай, и ревматизм, и печень поправил. Вот теперь он меня вызывает некоторые сомнения. Какие могут быть сомнения, Борис? Я вообще не понимаю. И вы, Нина Юрьевна, ну зачем вы обсуждали с посторонними наши с вами финансовые дела? Я ведь говорил, что этого делать ни в коем случае нельзя. Здесь же вы понимаете, что вы чужую энергетику вносите в наш процесс. Это же тонкие настройки, они могут сбиться. Есть, вы понимаете, чем это чревато? Ты ваша же честь, ведь все, ведь весь прогресс, который мы с Василием добились, его оздоровление, он может пойти просто прахом из-за этого. Подождите, Борис Антонович, а почему вы сомневаетесь, что Николай Сергеевич может помочь Василию Петровичу? Так пьют они вместе, как он говорит, да, со стороны выглядит, как будто они пьют. То есть как бутылку пьют? Водки за час, ну, правда, под закуской. А вы сами видели? Так это в моем доме происходит, я же комнату сдаю. Нормально. Это методика такая. Что это за методика такая? Да, я спрашиваю, ты его лечить собираешься, Коль? Ты ему что отвечал? Дыры, батарейки какие-то? Конечно. Ну, так начать надо с ауры. У меня диплом сельскохозяйственный, но я не понимаю, что это не та метода совершенно. А это биоэнерготерапия. Да что вы понимаете, Борис, в самом деле? То есть пока я целый день на почте вкалываю, ты пьешь? Нет, а я с работы прихожу, думаю, что такое, какой там бред стоит, бутылки кругом валяются. Ты мне втирал, что у тебя какая-то там новая современная методика, что ты с водкой методика работаешь, а вы просто на пару бухаете, что ли? Ты пьешь? Да не бухаем мы! Пьешь? Да не, говорю, это методики пьет, такие. В том-то и дело пьет, причем на Нинкины деньги пьет. Она уже 20 тысяч рублей дала им. Вы зачем ему деньги-то такие давали? Наталья, ну как, да вы что? Вы же сами мне своего Николая посоветовали. А Николай сказал, что про деньги, что я плачу, никому не говорить, а вам особенно. Сказал, что вы очень жадный человек, тяжелый, что вот эти вот тонкие биоэнергетические их настройки это все испортит. Испортит, ну да. Нет, я бьюсь, я лечу его, лечу, бьюсь, как рыба об лед. А он, получается, на ваши же деньги, Нина, вместе с Василием, собственно, водку-то покупает. Ну да. И просто бухает вообще. Вот все, какое у них лечение-то, а? Коля, глаза смотри. Да задолбал ты меня, потому что обманывать тебя. Я вообще от тебя уйти собираюсь, понятно? Ты мне вот уже сидишь, что я в психологии. Лучше бы котлеты жарить бы научилась нормально. Все, по ушам ездит, бла-бла-бла. Коля! Приплыли! Коля, посмотри на меня, Коля! Это сейчас не ты говоришь, это в тебе водка твоя проклятая говорит. Я не отступлюсь, Коля, я тебя вылечу,
Мы с тобой будем бороться, и все у нас с тобой получится, Коля. Наталья Ивановна, я смотрю, у вас такая же проблема, да, как у Нины Юрьевны. Ваш партнер любит выпить. Советы дают, раздают. Ваша честь. И лечат они там друг друга методиками. Ваша честь, я сейчас все объясню. Коля, он очень талантливый человек, понимаете? Он уникальный в своей профессии. Ну, есть такая беда. Да, любит выпить. Но я уже что только не делала. Вот все возможные способы. Я и кодировала его. И в клинику специализированную клала. Все, бестолку. Вы понимаете, вот мы даже в деревню-то приехали. Я уж думаю, выдерну его из этого токсичного общества, чтобы его этих алкашей-то вокруг не было. Будь там, я не знаю, свежий воздух, здоровая пища, переключиться. Да кончай уже по ушам ездить, что-то свежий будет воздух. Хорошо. А он все... Нет, вообще нормально, а? Везде посмотри, найдет. У нее муж пьет, она за него борется, а мне, значит, своего Ваську надо бросить, да? Ага. У него лечение не идет, ага. Да? Вообще нормально получается? Знаете что, Ваша честь, я передумала разводиться. Вот я тоже буду бороться за своего Ваську. И вообще, молодец. Да не хочу я одна куковать без мужика-то. Знаете что, вот мне недавно сказали, у нас бабка одна в соседнюю деревню приехала. Она там нашепчет что-то, и мужики от водки вообще, то есть не нужна им эта водка. Хватит уже бабкам вот, этим возить. Николай, скажите, а вот, правда вы говорили, что вот у Василия у него какая-то там аура, что он, действительно, он сможет бросить? Нина Юрьевна здесь можете не сомневаться, 100%. Василий обязательно может бросить пить, он крепкий мужик. Вы уж поверьте мне, как дипломированному специалисту, я такие вещи чувствую очень хорошо. Василий у вас справится. Ваша честь, мне просто нужно время. Я действительно хочу свозить Васю. У меня есть еще немножко денег. Свожу я к бабке, а вдруг что-то получится? Не, хватит уже эти деньги тратить. Думаю, я тебе правду скажу, мы их правильно пропили эту двадцатку. Да бог с ним, Вася. Я сам пить брошу. Бог с ним, клянусь, с деньгами. Все. Клянусь. А бабка эта, она натуры берет. Какую я натуру? Кроликами с ней расплачусь. Да, порода а серая. Курями можно? Темнота. Нет, пускай будут кролики, серый великан порода. Отдам ей и все. Так да что, знаете что, Ваша честь, я вообще поняла. Кролик мужика бросить это... легко. А вот нового найти, и где гарантия-то, что он алкашом не будет? Ведь нет же никакой гарантии-то, да? С Василием все-таки он родной, мы детей, конечно, подняли, там, всю жизнь прожили. А вдруг правда получится? Вдруг он пить получится. А если не получится, выгнать-то я его всегда... Получится обязательно. Это суд удаляется для вынесения определения. Оля, а с тобой мы еще поговорим, слышишь, Коля? Оглашается определение. Слушание дела о расторжении брака и о разделе супружеского имущества отложить. Назначить супругам срок для примирения 3 месяца. Суд откладывает слушание дела и представляет супругам срок для примирения 3 месяца, потому что ответчик на расторжение брака не согласен, и истица просит срок для примирения. Если супруги не примирятся, и истица по-прежнему будет настаивать на расторжении брака, то через 3 месяца брак будет расторгнут и рассмотрен по существу иск о разделе супружеского имущества. Суд разъясняет, что если супруги примирятся и через 3 месяца не придут в судебное заседание, то тогда суд оставит их дело без рассмотрения. Вам понятно определение понятно, суда? Понятно, примиримся. Судебное заседание объявляется спасибо закрытым. Спасибо, Ваша честь. Примиримся? Нет. Спасибо, моя спасибо, дорогая. Примиримся. Ты оказывается, зачем ты в разводке говоришь? Пойдем отсюда.